Всем привет, друзья! Сегодня у нас хорошие новости. Дилеры АвтоВАЗа начали принимать заказы на кроссовер X-Ray в комплектации эксклюзив. Его начальная стоимость составит 805 тысяч 900 рублей. Объявление начала приема заказов было размещено 21 июня на официальном сайте компании. Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, после того, как компактный кроссовер вошел в десятку наиболее продаваемых в России автомобилей, руководством было принято решение выпустить новый вариант модели для более требовательных клиентов. За основу взяли X-Ray с мотором 1.8 мощностью 122 лошадиных силы. Наиболее оснащенной комплектацией люкс с пакетом Prestige. Здесь уже есть много разных приколюх: климат-контроль, 17-дюймовые колеса, медиа-система с навигатором, камера заднего вида и многое другое. Но главным отличием комплектации эксклюзив является салон. Например, сиденья отделаны искусственной кожей и алькантарой. Из кожзама также сделаны декоративные вставки на дверях, а на руле и рычаге коробки передач появилась светло-бежевая прострочка. Вдобавок салон украшен черными глянцевыми вставками на передних панелях дверях, стальными накладками на педалях и оригинальными текстильными ковриками. Также появилась атмосферная подсветка салона. Светодиоды расположены в карманах передних дверей, в ногах водителя, переднего пассажира, на центральном тоннеле и в проемах передних дверей. Внешний богатый X-Ray можно опознать только по шильдикам с надписью «Эксклюзив» на рамках задних дверей и крышки багажника. За эксклюзив придется доплатить 32 тысячи рублей. Пятидверка с механической коробкой передач стоит 806 тысяч, а с роботом АМТ – 831. Ну и как вам такая новинка? Напишите свое мнение в комментариях, а также ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. С вами был ProAuto. Пока-пока.